В Санкт-Петербурге прошел традиционный фестиваль ледоколов, приуроченный к открытию летнего туристического сезона. На набережной лейтенанта Шмидта пришвартовали знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», которые можно было посетить с экскурсиями. Все желающие смогли не только побывать на ледоколах, но и посетить тематические выставки и мастер-классы. Кроме того, в акватории Невы прошел легендарный вальс буксиров.